Доброе утро. Сегодня решил съемку сделать. Ну, одну я уже закинул с пирса, а вторую с горы Ёжик. Тут, конечно, вид совсем другой. Но я еще не совсем выше поднялся. Сейчас отсюда немножко сниму, поднимусь еще выше. Сейчас на паузу поставлю. Отсюда красота. Небольшой ветерочек есть, если вправо влево шар делать страшновато, прям с краю стою, но видео тут шикарное получается, и тут сидеть наслаждаться намного приятнее, чем на берегу. Видите, какая красота сверху, как волны идут, а с берега так не заснять. В том видео сказал, может, не все посмотрят, но с утра здесь было очень холодно, вроде в кофтах и штанах шли на море. Ну, в принципе, вон там тоже стоят, ну вот здесь стою, ветерочек прохладненький, может, завтра уже потеплеет, ну на солнышке, конечно, потеплеет. Вот тут можно еще и Прохоровский пляж немного зацепить. Там тоже волны. У меня уже было видео вот с этого места, где по бокам деревья. Я один раз здесь снимал. Сказали, 3 дня будет шторм, а уже 2 дня. И завтра может быть еще. А время уже... Все стоят, видео снимают, фотографируются. А что еще делать в такую погоду? Самое лучшее залезть на гору и сидеть смотреть на воду. Даже катер поплыл. Можно еще выше подниматься, но потом он выше поднимается. Мне просто просто надо. Волны
находится самый большой. Я здесь нахожу такие большие волны. Вот она красота эта. Еще есть уникалы, которые пытаются прыгать в воду. Она удивляет, что с воды вышли. Я вообще головой не думаю. Thank you.
так просил, ветерок не так сильно будет. Просто ветер дует в сторону моря. Когда... Последний раз сюда залазил, было наоборот, с моря был ветер, поэтому вообще ветра не было. Ну, где я сейчас нахожусь. Гора защищала. Так, кто собирается приехать, топных вещей наберите с собой обязательно. Днем может жарко будет, но с утра и вечером будет, наверное, уже прохладно. Или здесь придется дороже купить все. Ну, людей больше и больше приходят. И все стоят. Не лежат, не загорают. Именно стоят. Вот отсюда их все же память заканчивается на планшете. Минута 58 еще есть. И пойду я работать. Ну, погода сегодня хорошая, небо чисто. Ну, вокруг есть небольшие точки. Сейчас покажу вам. Ну, если кто дойдет до конца, увидит. А так небо чистое. Вчера, походу, все тучи ушли. Всем удачного дня.
пошел я вниз.